Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Вчера, сегодня, завтра». Вчера было классно, сегодня ужасно. А что будет завтра, не знает никто. Текущая жизнь нам, увы, не подвластна. Бывает театр или цирк Шапито. Идем мы по жизни и часто не знаем, что за поворотом грядущим нас ждет. Жизнь наша внимания не обращает на мелочи эти, и просто идет. Дни наши двух видов, есть черный и белый. Мы сами не знаем, порой где какой. Летим мы по жизни своей чумело, не зная совсем, что такое покой. Спасибо. Я думаю, вы тоже не знаете покоя. Так держать.